Всем здорово, мужики! При подготовке материала для ролика про Энфилд я обнаружил для себя чуть ли не идеальный сетап, который подходит под мой стиль игры. В сегодняшнем ролике я вам предлагаю посмотреть мою игру соло против сквадов с этим дуэтом и, как обычно, услышать мои пояснения во время боя. Финёк для клоузфайта и Энфилд для того, чтобы обстреливать противников на средней и предближней дистанции. Кто не смотрел разбор по этим двум пушкам, ссылочки я оставлю в описании, обязательно их посмотрите. Ну а теперь давайте приступать к каточке. Приятного вам просмотра. Ты не знаешь, что подарить своим родным на Новый год? Сегодня я облегчу тебе задачу. А точнее, облегчат ее мои друзья, которые совсем недавно создали свой бренд одежды. Сейчас у них в продаже уже имеются худи и шоперы. А до Нового года ты сможешь их купить практически с 30% скидкой. Все ссылки, как обычно, в закрепленном комментарии. Переходи по ним, заказывай себе или своим родным подарочки и знай, что Ромчик плохого никогда не посоветует. Но перед тем, как мы перейдем к каточке, я вам сразу покажу все киллы, которые он не вставил в этот ролик, потому что они максимально скучные. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big... Airdrop incoming. Как же мне нравится, когда противники начинают стрелять раньше, чем пройдет анимация приземления. Но тут у меня было две перемоточки, которые я очень грамотно использовал. Первую использую для того, чтобы уйти с линии огня и захилиться, а вторую для того, чтобы вернуться на крышу и начать файт с нуля. Далее идут обычные перестрелки один в один, которые я успешно выигрываю. Be careful, a poltergeist is active. Airdrop incoming. Watch out, K9 unit incoming. The revived flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered.
Поняв, что у противника намного выгоднее позиция, я решаюсь провести ротацию на машине и натыкаюсь на первого их тиммейта. Я понимал, что меня сейчас начнут пушить еще трое, поэтому решил отыграть от камня и дать врагам сократить расстояние, для того, чтобы аннигилировать их в упоре свинька. Даю минус 2 на приемки без потери хп и начинаю двигаться в зону, для того, чтобы у последнего не осталось вариантов, кроме как открыться под меня. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. Down to the last 5 teams. Watch out, K9 unit incoming. Airdrop incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. Teams left, getting close to victory. В этом моменте я хочу обратить ваше внимание на то, как я, оставшись 1 в 4, использую рельеф для того, чтобы нокать своих врагов. Да, их не получалось добивать сразу, но каждый нок от меня бил по их ресурсам и таймингам. Они тоже в принципе могли отыграть от рельефа, но вместо этого они выходили фулл опен под чела, который старался пикать онли головой. После своих ноков я пытался добить их хаешками, потому что это был для меня самый безопасный вариант. Далее я уже пошел их обходить. И противник за моей спиной увидел это, но он был не готов к тому, что сейчас я перемотаюсь и ему придется вступать со мной в клоуз файт.
конце же вас ожидает обычная перестрелка один на один. Но у меня к вам будет вопрос, на который я предлагаю ответить в комментариях. Зачем я после того, как крякнул противника, дал смок на дроп? Кто первым ответит на этот вопрос правильно, получит от меня 420 CP. Сборки на Энфилд и Финек вы сможете найти в моих предыдущих видео. Подписывайся на канал, если тут впервые, не забывай про большие пальцы вверх, и мы обязательно с тобой скоро услышимся. Пока. Пока.